Да. Еще на один выше. С другой стороны еще на один выше. И соединяй. Давай. Давай. Ага. И давай вот по центру ставь прямо сейчас. Давай вывеску пердохай. Вот! Красота! Все, давай слезай, стремянку убирай и давай потихоньку рассаживаться. Скоро они уже придут. И не забудьте, самое главное, кузнец, тому, чему я тебя учил. Вот это подготавливай прямо сейчас. Так, все, сидите здесь, я пойду тогда их встречать. Давайте, как только они выйдут, сразу кричите во весь голос там. Поздравляем! Как ты умеешь, кузнец, ага? Все, давайте, готовьтесь. Ага, давай спускайся, давай, быстро. И Вероника наша! Жива! Здорова! Выглядишь просто как огуречек, прям свежий такой. Выздоровела! Выздоровела! Давай, проходи! И как так совпало то, что в день, когда ты выздоровела, у тебя, Вероника, день рождения! 35, баба-ягодка опять! Или как, или сколько ей лет? 25, 35, там неважно. Все, давайте! Поздравляем! Да, кузнец тому, чему я учил! Давай! Вероника, этот букет цветов для тебя! Кузнец, заклинание на поляну цветов, а не на поляну травы, дебил! Опять все заклинания перепутал! Ладно, давайте, рассаживайтесь прямо сейчас! Пришла та самая серия, когда мы отметим! Тусовка! Ни одну серию еще не было такого, то что мы нормально сидели, отмечали и просто праздновали. Каждую серию какая-то жопа у нас случалась. Короче, давайте, разливайте, наливайте, накладывайте себе. Кузнец, иди сюда за мной. Мы сейчас позовем еще всех остальных, кто в этом городе есть. Мы давно с бароном не виделись. Сейчас всех сюда призовем и нормально встретим день рождения Вероники. Нормально сегодня потусуем, давай спускайся. Только барона еще позовем. И все, никаких приключений на задницу сегодня. Ничего сегодня происходить такого не будет, что могло бы нам помешать сегодня. Пропал. Немой, зеленый, страшненький. Так, ладно. Барон! А где барон? А ты чё пердак свой развалил на холодный пол? Давай! Пошли на тусовку! Мы за тобой пришли, у Вероники день рождения сегодня! Я бы с удовольствием, конечно. Но у нас случилась трагедия. Ну не! Да! Пожалуйста, ну не сегодня, ну где? Ну да! Ну почему именно сегодня? Ну барон, ну сегодня праздник, ну пожалуйста, ну не сегодня! Да, именно сегодня! Ладно, давай рассказывай. Неделю назад ко мне в бойцовский клуб ворвалась шайка бандитов. Я не знаю почему, но они похитили слайма. Наверное, он задолжал им большую сумму денег, я не знаю. Надо срочно его найти, пока с ним ничего не произошло. Как я понимаю, до завтра эта проблема не подождет, да, барон? А куда бандиты-то хоть убежали со слаймом, а ты не видел? Они совсем недавно поселились на болотах. Там вроде их лагерь находится. На болотах. Так слушай, мы же там вроде недавно были, когда за ядовитым плющом ходили. Ладно, значит пойдем туда и проверим. Давай, кузнец, выходи отсюда. А ты, барон, ну хотя бы подтягивайся к Веронике, к Шурику. У них сегодня вроде тусовка, день рождения. Давай, кузнец, вылезай. Да задрали они уже, пускай сами со своими проблемами разбираются! Тихо, кузнец. Я с кузнецом согласен, отдохнуть нормально не дают, ядрить и колотить. Каждый день какая-то жопа в городе происходит. То иди с этим разберись, то иди с тем разберись. А нормально отдохнуть не дадут.
Ладно, ребятки, вы здесь вот это начинайте праздновать без нас, мы скоро подтянемся, у нас там жизненная жопа опять, не спрашивайте, скоро вернемся, давай, Вероника, еще раз днем рождения, давай, скоро рожать пора, а потом уже на пенсию, давай, старая уже как кошелка, ну ладно, вся жизнь еще впереди. Но, кузнец, перед тем, как мы пойдем на болото, мы все же должны сделать то, о чем мы с тобой давно договаривались. Ты уверен, что ты с этим справишься, а? Конечно справлюсь, это же легкотня, расплюнуть. Ну вот и все, тогда поверю тебе на слово, пошли к тебе домой, кузнец. А как эти бандиты-то вообще успели на болотах обжиться? Я говорю, мы же там были примерно неделю назад, там же никого не было. А тут барон говорит, то, что они слайма туда похитили. О, Сереженька, Катенька! Здравствуйте, детвора малолетняя. Так, кузнец, держи клык этого голубя, горгуль этой летающей, которую Катя кокнула в предыдущей серии. И давай иди делай, давай быстро, 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 быстро. А я пока с твоими детишками здесь посижу, попержу, потусуюсь. Ну чё, детвора, рассказывайте, как дела ваши? Дядя Эдик, дядя Эдик, поиграй с нами! Да, я как-то, честно вам скажу, я с детьми не очень хорошо контактирую, и вообще я с вами ладить не очень умею. Давайте вот сейчас ваш папа придет и сам с вами поиграет, хорошо? Дядя Эдик, а научи нас какому-то заклинанию. Да я никакие заклинания для детей не умею. Все мои заклинания это сложные, которые людей калечат. Не-не-не, отстаньте, пожалуйста, а я вообще с вами поговорить хотел, а не играться здесь. Дядя Эдик, догоняй нас. Да ты, дети, успокойтесь, идите, встаньте на место, я не буду вас догонять. Да, все, крокозябры малолетние, ладно, все, встаньте, сейчас научу вас какому-то заклинанию, давайте становитесь возле друг друга, достали уже. Не бойтесь, самое главное, сейчас будет, как будто комарик укусит. Так, Сереженька, подойди сюда первый, сейчас я научу тебя одному заклинанию. Глазки закрывай и давай баю-бай ядрить колотить. Ага, Катенька, глазки закрывай, давай, и... Вот, сейчас вы хотя бы разговаривать не будете своими пискливыми голосочками меня доставать. Все, идите, играйте, бегайте. Кузнец, сколько еще ждать можно? Наконец-то! Я все сделал! Держи! Давай. Ага. Ага, молодец какой! Ядовитый кинжал! Отравляет цель и наносит дополнительный урон со спины. Видишь, мы же эти ядовитые кинжалы за кучу бабок продать сможем. Они же вот этого из клыка голубя летающего этого сделаны. Так, все, а сейчас давай сваливать отсюда, пока твоя жена случайно на улицу не вышла. Давай. А где дети мои? Да они попросили их это парочку заклинаний показать. Вот я показал, чтобы они меня не доставали просто. Вот это приколдес! А можно меня в кого-то превратить? Кузнец, у нас дела немного другие. Я тебе обещаю, после наших дел, после того, как мы спасем слайма, я тебя хоть червяка вот этого превращу. Пошли давай. Ой, кузнец, нам пора сваливать. Давай, быстро иди сюда. А где мои детишки? Да... Вот я им говорил, чтобы они с земли никакую каку не ели, которая там возле мусорки валялась. Вот они съели и к свиней превратились. Валим отсюда, кузнец! Вы что наделали, придурки? Это не мои придурки, я просто сразу говорил то, что я с детьми плохо коммуницирую. Пошли, кузнец. Ты сзади меня, главное, держись и лишний раз не высовывайся. Мы с тобой даже не знаем, сколько там бандитов, насколько они сильны, сколько у них есть оружия и что они там вообще делают в этом городе. Поэтому аккуратно,
тихо и лишний раз свой рот не открывай, потому что каждый раз, когда ты его открываешь, оттуда очень громкие слова вылетают. Поэтому лучше, кузнец, заткнись и ничего не говори. Обосраться и вот это и не встать. А они чё, за неделю эту сторожевую башню, что ли, смогли построить? Я не могу понять. Я же говорю, мы тут неделю назад были, когда с болот убегали. Вот, вроде вот в этой вот серии, если кто-то вдруг не видел. Как они за неделю смогли захватить все болота? Так, ладно, кузнец, стой здесь. Я сейчас аккуратно заберусь на эту башню, всё здесь обегу и потом тебя позову. Со спины зайдем, чтобы лишний раз шум не поднимать, запердохаем вот этого вот охранника, который стоит на башне. Тихо. Вот сюда и... Давай, охранник. Чао, бамбино. Чё, палочка-то не работает, ядрить, колотить? Ладно, пришло время для кинжалов кузнеца. Эти же кинжалы наносят дополнительный урон со спины, да? Ну вот сейчас и посмотрим. Па! Ядрёный случай! На, по башке, господи! Я маг, извини, я не умею пользоваться оружием! Палочка не работает, кузнец! Стой там, я сейчас спущусь! Вот кинжалы кузнеца и понадобились, получается. Так, фигня какая-то, кузнец, смотри! Палочка не работает! Я чё, магии что ли разучился? Я же только что твоих детей в курицу и вот это... Так, они съели что-то плохое с земли, это не я их превратил, это они сами. Планы немного меняются. Чё нам дальше делать, если я не могу владеть магией? Мать моя женщина! Это, походу, они награбили всё, да, вот эту вот телегу. Так, что здесь есть полезного? Серебряные монеты забираем себе. Магические кристаллы понадобятся для того, чтобы починить мою палочку. Огненные бомбы тоже мне пригодятся. Зелье регенерации, зелье скорости, зелье сопротивления огня и зелье невидимости. А походу, кузнец, у меня есть план. Подержи мою броньку, кузнец. Можешь ее даже надеть, если хочешь. И забирайся на сторожевую башню и жди меня там. Ой, мамкин, ты красавец! Только смотри, не проперди ее, хорошо? В моей броне не пукать лишний раз. Так, забирайся на вот эту башню, если увидишь то, что на подходе будут еще бандиты. Или кричи, или кокай их сам. А я вот выпью то зелье, которое только что... Нашел. У меня есть ровно 8 минут, чтобы найти слайма и вызволить его из плена. А вот, походу, и слайм. Только у меня такой вопрос, какое плохое зло он сделал этим бандитам, то что они похитили его прямо из-под нашего носа, когда мы не видели. Здравствуйте. А вот и вход в это здание. Так, ну это просто должно быть. Так, дверь закрыта, но у меня же есть палочка, я просто сейчас телекинезом снесу эту дверь к чертовой бабушке. Чё ж это творится-то? Я чё, забыл как магией пользоваться или что? Просто же снести эту дверь и зайти внутрь. Так. Или у меня палочка сломалась, или я не понимаю, что происходит. Надо найти ключ, с помощью которого я смогу зайти в этот дом. Так, этому снайперу мешать мы не будем. Ты посмотри, ты, только в яблочко прям попадает.
А этот патрулирует этот дом. Здесь 100% есть что-то ценное. Так. Убивать я его лишний раз не буду. Как хорошо то, что я нашел зелье невидимости. И как хорошо то, что еще минут 5 они меня видеть не будут. А вот этого аккуратно можно запердохать! А! На панике! Даже походу не понял, кто его кокнул, да? Так, ключ. Это ключ или что это такое? Отмычка. Ну, в принципе, отмычка тоже подойдет. Возьмем пару штук, чтобы хватило на всякий случай. Здесь у нас тоже отмычка. Забираем все отмычки и сваливаем отсюда. Так, слайм, держись. Я уже скоро тебя вызволю, только как этой отмычкой? Дверь-то открыть, господи, спаси. Надо правильно открывать замочки. Я, конечно... не профессиональный взломщик, но... О, еще 3 осталось! Еще 2 осталось! Так, и последний! Не зря я в Skyrim играл. И в Мафию. И где там еще можно дверь открывать с помощью замков? Так. А вот это, походу, их сокровищница, да? Ну, пока этот чубзилет меня не видит, я у бандитов украду серебряные монеты, которые они сами, наверное, у кого-то своровали. 7 стаков серебряных монет мне пойдут только на пользу. Это еще что такое, мать моя женщина?